Чапик, какой йогурт будешь, розовый или голубой? Розовый, голубой не хочешь? Нет? Ну ладно, давай розовый. А что ж ты его уронила-то, Чап? Как пить будешь? А сырочек какой, Чап, голубой или розовый? Розовый? А ты знаешь, что тебе его нельзя? А, можно, да? Детское питание, выбирай, розовое или голубое? Розовое? Хорошо. Чап, а ты его любишь? М? Не любишь? А что ж ты тогда выбираешь, если пить не будешь? Ты думай. Шоколадку какую, Чап, розовую или голубую? Розовую, я бы тоже ее выбрала, Чап. А, не дашь? Вафли голубые или розовые? Розовые? А, с вишенками, хорошо. Теперь батончик маленький, выбирай какой. Покажи, не вижу. Голубенький, ну ты почетче покажи, положи лапку. Вот, молодец. О, тебе на маникюр пора. Ментос какой, голубой или розовый? Муха пролетела, Чап. Какой, выбирай. Ты посерединке легла, никакой что ли не будешь? Ну ладно, мне больше достанется. Конфетки розовые или голубые, Чапик? Розовые. Ты уронила. Выбирай, какие будешь. Конечно, теперь голубые. Их-то побольше осталось. Самое интересное, пюрешку какую будешь? Голубую или розовую? Розовую? Ну ты покажи, вот лапкой, молодец. Давай откроем, попробуем. Сейчас будет вкусненько. Чапи такие любят пюрешки, да? Ее все деткам покупают, а мы Чапику. Как вкусно, Чапик, с яблочком, с клубничком, только ты мимо не брызгай.